Предположительно, треть населения мира в той или иной степени являются водителями. Автомобиль в наше время уже не роскошь. Мир машин настолько разнообразен, и тем не менее, каждый автовладелец бережно и трепетно относится к своему железному товарищу. Среди автолюбителей немало тех, кто тесно связал свою судьбу с дорогой, выбрав профессию водителя. Люблю свою работу. Нравится работать с людьми. Работа в автобусе – это совсем другое, чем работа на грузовике. Это работа с людьми, прежде всего, а потом уже руль и все остальное. Я не говорю, там, что техсостояние надо поддерживать, потому что людей перевозишь. Это не оспаривается, не обговаривается. Здесь гораздо должно быть лучше техсостояние, чем в грузовике. Хотя и там тоже бывает всякое. Поэтому мне нравится эта работа. С людьми. Люди всякие попадаются, есть. Уметь находить общий язык, мне это по душе просто. Каждодневное общение с самыми разными жителями и гостями нашего города оставляет свой отпечаток. Водители признаются, что усталость как рукой снимается, когда пассажиры благодарны и приветливы. Ну и, конечно же, не обходится работа с людьми без запоминающихся историй. Историй сегодня вот залазит женщина, руки заняты. Еще такого не было, первый раз показывают, а тут сидит женщина другая. Говорит, залезьте ко мне в карман, там лежит 10 рублей. Передайте водителю за проезд. Еще такого, ну, всякого было, я говорю, такое, чтобы в карман кто-то не лазил к человеку, это первый раз. Вот прям сегодня буквально. Первый раз, когда я выехал работать без, тогда еще на Икарусе, без кондуктора, то с кондуктором работал, вот сам, с билетами, каждого билета, деньги посчитать. Январь месяц, это уже 84-го года было. 20 градусов мороза, я так шапку снял, на торпеду положил, а с нее пар идет, как с котелка. Просто, ну, тяжело было, конечно. Пока втянулся, все, потом все это дело как уже на ходу. Бывали, что вот сели две женщины, и давай мне нотацию читать, значит, за Украину агитировать. Я их взял из машины и выгнал. В преддверии профессионального праздника пожелания коллегам и всем автомобилистам звучат своеобразно на понятном им сленге. Хороших дорог, ни гвоздя, ни жезла. И здоровье самое основное. Потому что у водителей профессиональные геморрой, гайморит, радикулит. Чтоб это обошло их всех стороной. Ни гвоздя, ни жезла. Как колеса крутится, кардан тоже крутит и наматывает в карман. Поздравляю их всех с днем автомобилиста, счастья, любви. И главное, чтобы обстрелов не было, войны чтобы не было. Остальное все выживем. Остается только добавить, соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость и будьте взаимовежливыми на дорогах.